Томске рухнула надувная конструкция гастролирующего передвижного дельфинария. Купол спустился на бассейн с животными. Восстанавливать шатер работникам дельфинария помогали сотрудники МЧС. Конструкция не выдержала тяжести выпавшего снега, а компрессоры, которые нагнетают воздух, вышли из строя. Крыша опустилась на бассейн, то есть там была угроза дельфинам, они же, как мы все понимаем, млекопитающие, и им нужен воздух. Поэтому там небольшой участок остался, где они могли дышать. Мы плавали, игрались, пытались ребят, которые там устанавливали подпорки, хватать за боевую одежду, игрались там, обливались водой. То есть они были веселые и доброжелательные. Зоозащитники уже несколько недель добиваются закрытия аттракциона. Они утверждают, что конструкция небезопасна как для зрителей, так и для животных. Однако в Роспотребнадзоре от проверки открестились, мол, объекта организации не подведомственный. Накануне утром активистам официально ответили, жалоб у посетителей на дельфинарий нет. Информация, содержащаяся в вашем заявлении о возможной угрозе здоровью граждан, посещающих дельфинарий, носит формальный, неконкретный и предположительный характер. У управления отсутствует основание для проведения проверки деятельности дельфинария. В этот же вечер мы получаем сообщение о том, что крыша дельфинария обрушилась. Это абсолютно абсурд. Это просто какой-то юмор ситуации. Только те, кто обязаны были проверить, те, кто обязаны были обеспечить безопасность людей, безопасность животных, формально отписались от этой ситуации, и тут случилось то, что они должны были предупредить. Разумеется, мы будем дальше инициировать проверки, и мы будем уже инициировать проверки не только дельфинария, а проверки деятельности наших проверяющих органов.